Приветствую вас на канале Asmodee Play. Сегодня мы играем World of Tanks. Будем вот на этой сушке ездить. Посмотрим, чего можем добиться на ней. Сразу говорю, патчей модов у меня нету. Единственное, что у меня установлено, это прицел. Все. Другие моды или патчи, предположим, где танки, трупы танков становятся белыми, исчезновение кустов. Это все не для меня. Играем на совесть. Хоть это и не считается читерством, но тем не менее лучше играть на слабо. Смогу или не смогу. Сейчас посмотрим, что я смогу. Так. Ну, неплохой расклад. Вот КВ-2, две штуки. Если они по мне не попадут только. Так что есть шанс. Осталось только еще, чтобы и затупков не было в команде. Кто у нас здесь? Ваш ловы убер. Рембат. Бог молото. Молото. Молоток, наверное, хотел написать. Ну и золотой. Ух ты, золотка. Так, ТТ-хи не едут. Ну, 29-й поехал, правда. Ну, учитывая опыт на 29-м, он такой себе. Не ахти. Пустите меня, пожалуйста. Семерочка. Ну, тоже вот. Так, они сейчас уже здесь будут. Надо как-нибудь в кусты успеть. Будем оттуда отстреливать врага, так скажем, недобитков. О господи, еще одна арта стоит. Ну, вот арта тут точно будет, наверное, по мне нацелена. Давайте смотрим, кто туда приехал. Это, наверное, будет самоубийство с моей стороны здесь сейчас выглядывать. Так, ну-ка еще разок, пока никто не видит, кроме арты. Так, ой-ой-ой, что мы видим? Вот она, КВшечка. Так, вот с этого края. Где ты? Где ты? Ну покажись немножечко. Ой, ну совсем немножечко. На. Пробитие. Все, можешь лезть обратно. А вот это еще не пробитие. Вот теперь пробитие. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Сейчас еще и арта добавит. Ну-ка. Давайте. Так, дерево свалили. Ну, по крайней мере, да. Укусить один раз укусили. Ну-ка, вот сюда вот ему. На. Пробито. И быстренько не успели. Ну ладно, хоть клюнуть успели. Сейчас посмотрим, чем закончится данная развязка. Так. Это у нас кто? Ваш, не ваш. Арта. Прикрывай, прикрывай, давай, дорогая. Кто на передовой у нас? Вот, вот сюда арту надо. При удачном попадании два в кучу соберешь. Ой. Как сколько ненависти. Сколько ненависти. Так, это у нас замок. Кто у нас тут? А чё стоят? Кого ждут? Смотрят друг на друга, понравится хотят, что ли? А этот... Вот из-за таких вот оленей многие бои сливаются. Зачем таким играть вообще? Так, это у нас епошка.
Вот зря ты, конечно, здесь как-то, я не знаю, встал не по-христиански. Попал. Молодец. Но я знаю, что ты можешь больше. Так. Наис. Наис, выходим. Вот он. Давайте. Вот Арту защитите. Арта, прямой наводкой, прямой давай, вот. Блин, блинский. Вот, молодец. Молодец. Меслон. Ну, отсюда уже все ушли. Помощи не будет, Арте. Засветились. Давай, вот, вот сейчас главное, чтобы другая Арта тебя не подбила. Ведь враг не дремлет. Давайте, давайте. База будет захвачена. Вот еще один прямой выстрел. Эх. Эх. Да, переживал за нее больше, чем за себя. Так. Ну и здесь. Вася, ну ты куда ехал-то? На что ты надеялся? Давайте, где этот китаец, которого все... Ну вот. Пантера обиделась. А ведь сам-то... Господи, как так можно? Вы же играете все в одной команде. И друг друга понужаете. Так кто же вас прикрывать-то будет? Если вы как олени ведете себя. Давай, Андрей. Не робей. Держи хер бодрей. Шупенко. Вот тебе и Шупенко. Кстати, расходники. Я не пользуюсь расходниками. Их у меня много, но я ими не пользуюсь. Все. Давайте посмотрим тогда результат боя. Что у нас ждало? Блин. Ну не, ну потеха ничего. Чуть помощнее, конечно, было бы. Хотя я ее и сам не очень-то и прокачиваю. Сейчас смотрю, кстати, есть такая функция появилась, как прокачка. Еще дополнительная. Итого 400 в плюсе. 5 здесь. Вот. К исследованиям. Поливаем от дефика. Ну, я-то даже не хочу смысл прокачивать за опыт. Но я как понимаю, это надо сначала все прокачать, а потом уже усилить. Но тем не менее, давайте на ней еще раз съездим, посмотрим, что может нам повезет, и мы соберем все-таки куш, эту кровавую жатву. Ой, ой, вот это нет, это что у нас? Это у нас француз стоит первый, колесный, который догнать может нас, и он скорее всего будет вот здесь вот на вершине торчать, отстреливаться, отплевываться. Вот что может порадовать, посмотрите, обратите на Арту, две звездочки. Не Вася, на второй Арте тоже полоска вроде есть, вон одна, не беременный. Так что шанс прикрытия есть. Шанс прикрытия есть. Осталось самому только не лохануться. Хотя на такой технике, ну куда ты, господи, против серьезных танков-то. Надо ждать их на выходе, когда они вот покажутся, он там из ворот. И тогда долбить. Хотя они туда поехали, да, да. Я, кстати, мог предполагать этот. Он что, нравится? Если атака, то атака. Не надо сиськи мять. Так. Ну я-то могу, я-то ПТ, мне-то не обязательно, сломя голову, куда сейчас ехать. Так. Вот, вот они начинают показываться. Как бы так, у них тоже две арты, вот как бы под них еще не попасть. Сейчас посмотрим на перевал, переход, как правильно обозначить это. Где-то он вот здесь он, наверное, будет. Так, там Бадалова идет где-то вот здесь вот поворот у них, если он выскочит, так хоть бы смогу ему в задницу затаранить, залепить.
если проскочат на вышке. Хотя на вышке не проскочат, по карте видно, что не проскочат. Зато фланг левый у нас теперь голый. Это плохо. Это очень даже плохо. Мы его видим, но пока сделать ничего не можем. Давай, давай, вот сюда, наверное, выйдет он. Они его гонят от нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто закусился? Два колесника. Кошмар. Кошмар. А у нас две арты под боком. Вот их надо тоже прикрывать. Так что не смотрите, что я здесь стою. Не стоит на это внимание обращать. Блин, вот этот сток сена, блин, пока меня смущает. Так. Кто где будет? Середину мы заняли, я так понял. Правый фланг мы протюхали. Это ясно. Остается только Господи, я даже не знаю, смогу ли я прикрыть хоть немножечко, учитывая, что уже счет такой 7-2. Да ни хрена мы сделать не сможем. Не попал. И это печально. Я буду много-много плякать. Блин. Вот этот в лоб я, наверное, не пробью. Ну как, наверное? Да я, наверное, уверен, что я не пробью его. Так. Ага, вот, вот меня уже и раскрыли. За домик. Опаньки и опатушеньки. Сейчас меня быстро здесь соберут. Не пробил. Ой-ой-ой-ой. Да кто меня там кусает? Давайте, Арт, я для вас время выигрываю. Ой, как много выиграю прямо. Ужас. Ну и все, сейчас и вас заберут. Ой, я вас уже забираю там во всю. Ну я пытался, я старался. Хреново, конечно, ну как и есть. Простите, извините. Результат данного боя нам покажет. Давай, 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 крутится, крутится барабан и бамк. Вообще ни хрена. Один, господи. Так. Ну-ка, давайте попробуем на мелочи сыграть. У нас на мелочи, вот, а, вот он, неплохой танчик. Сейчас на нем попробуем. Так, это у нас, кстати, один раз сбаламутил ворот, и мы все 15 человек поехали через островок. Через Крым. Ой, не было равной силе. Просто затоптали всех. Точно не могу вспомнить. Но, по-моему, ни один из наших не помер. Все прорвались, все 15. И всех застрелились, всех убили. Так, прикрывайте мою бочину. Сволочины. Вот я своим пузом прикрыл, все почему? Потому что меня сзади начали подбивать, наверное. Уроды. Ну ладно, это была короткая встреча. Вернемся к другим маленьким. Это не жалко. Итак, мы зарядили другой мелкий. Т-29. А кстати, что? Я средний танк. Скорость у меня. Ой, по-моему, это небольшая скорость, да? Это, по-моему, черепашья. А вот легкий танчик, да, тот-то влетает. Да, скорость не та. Прикрытие. Ну, от вас, от мелких прикрытий, конечно, нету никакого. Так же, как и от меня.
Ну ничего. Кстати, вот здесь вот, если влететь на горку сразу, ну не одному, конечно, хотя бы втроем, прорыв будет. Не мешай стрелять. Чё я тебе не мешаю стрелять? Кто ты собрался стрелять, дебил? Вот ты должен быть уже там. Вот так. Вот. Один уже почти что труп. Ой, так там еще и второй уровень. Так. Мимо. Мимо. Вот видите, они отступают. Если эти кони сейчас не струсят, то у нас очень хороший шанс будет. А на меня не смотрите. Есть же помимо меня еще бойцы. Особенно он тот, смотрите, мелкий. Вот они стали кучей. Куча дебилов, куча баранов. Я не знаю. Арти, просто клади в одно место. В кого-нибудь да попадешь. Тот, что, кстати, она и делает. Даже не парится. Ладно, это будет посмешище. Мы потом посмотрим результаты. Так, это мы за БТ-7. Давайте посмотрим результат. Ну, это неплохо. Победа. Своим пузом защитил, так сказать. Так, что у нас есть? Вот, кстати, мелкий есть. Я на нем давно не ездил. Вообще, стоит ли ездить? Вот, ну, да, кстати, раз качаем советскую ветку, да, исследование. Качаем раз советскую ветку, а то у нас получится, что все потом будут, а его одного не будет. Где ты? Где ты? А я пожарил котлеты, вот он ты. Вот это вот хрень, это будешь ты. Так, тут у меня пока все есть. Блин, вот это Т-44, мне аж на два танка качать придется. И на 54, и на... Ой. Да, только почему-то стрелочка маленькая. А, это у меня потому что идет движка. Нет, ну сначала один танк прокачаем, потом другой. Поэтому есть, есть время. Так, ну давайте зарядим мелочь. И посмотрим. А вот и у нас здесь проигрыш второй. Ну, 8000 взяли. Да, конечно, невеликие деньги. Огонь на поражение. Вот, нанес противнику больше урона, чем... Единственная, кстати, медаль, которая меня радует, это бомбардир, который заработал на арте. Сразу две техники он изничтожил. Вот это вот действительно, да, хорошая медалька. Ну, это, естественно, опять же, дело случая. Один удар держит, другой не держит. Так что, ладно. Итак, это у нас Малиновка. Мы сейчас поедем на свадьбу, причем чем быстрее, тем лучше. Светить вперед мы не поедем, там и так хватит. А вот направо занять позицию. Это надо. Я хочу занять, где домики, позиция. Придется поэтому ехать быстро. Вот, кстати, Бачат. Вот этот 12-й француз. Куда вот он? Он, наверное, так же, как и я, хочет туда поле пересечь. Вот кто в лоб-то идет? Вот в лоб идут, то соберите вы их. Кстати, на горку не стоит лезть сразу. Если вас мало, не лезьте на горку. Потому что когда с горы будут спускаться, вам хорошо будет встретить их. Так что.
пошлите. Так уничтожен.